Всем приветики. Ну, смотрите, вчера вечером не особо заметила, сегодня снова пощупала этот костюм Машин, который детский. И, в общем, мы его, наверное, сдаем. Я его уже упаковала в его пакет. У него написано вот здесь состав 70% хлопок, 30% полиэстер. На самом деле, по ощущениям, он 100% полиэстер. Он скрипучий, он неприятный, он довольно грубый. Вот, так что, да, сдаем. Я заказала другие два костюма Маши, тоже розового цвета и желтого цвета других производителей с другим составом. Ну, да, обидно. Он, конечно, очень плотный. Плюс еще насторожило то, что он стоит практически колом на Маше. Ну, что-то мне это, честно говоря, не очень понравилось. Ну, короче, сдаем. Все. А вот свои костюмы я оставляю. Свой вот этот вот зеленый костюм Рольф Кассель, это фирма. Он на ощупь нормальный, он хлопок, вроде как все хорошо. И желтый оставляю тем более, потому что он прям классный. И он без начеса. А вот этот вот зеленый с начесом на сейчас ходить, а желтый это вот такой более летний вариант, более теплый. Единственное, что Рольф вот этот вот вчера на мне смотрелся квадратно. Но я думаю, что это из-за того, что он как-то где-то у них висел на вешалке, у которой более широкие плечи. То есть вот так вот было. Если его постирать, он обвиснет там, где надо, и будет спущенное плечо, будет нормально. Вот так, да. Так что ссылочку на него, наверное, давать не буду, потому что, ну, откровенно говоря, это прям кака. Наконец-то наступило время, когда ребенка можно безо всяких там ритуз выпускать и в легкой весенней куртке. Аллилуйя. Ночь на дворе, я сейчас буду допекать свои печеньки. Это вот все еще то самое тесто, да, с которым я начинала, да, печь. Точнее, первую партию изготовили мы с Машей, и все, и он с тех пор лежит в холодильнике, этот кулек. Так что я сейчас хочу допечь, несмотря на то, что сейчас 9:30 вечера, сейчас налью себе чай, буду читать книжку. Я, кстати, начала новую книжку Марины Ефименюк. Я забыла даже, как я соскучилась по ее книгам, потому что автор мне уже знаком, и автор пишет просто очень искрометно. Это девушка, у которой великолепный юмор, просто прекрасный, правда. Поэтому Марину Ефименюк, если кто любит, берите, не пожалеете. Вот. По поводу той книги, которую я уже закончила, это «Недостойная» Анны Шнайдер. Честно, мне понравилась. Книга большая, книга довольно глубокая, много интриг. Вот то, что я люблю, да, вот эти вот дворцовые интриги, заговоры, убийства, временные всякие провалы и все прочее. Это, конечно, все очень интересно, книжка классная, но единственное, что из почти 800 страниц, мне кажется, ее легко можно было уложить, ну вот, в стандартные страницы, наверное, 300-400, не больше. В ней очень много описаний. Тот, кто любит очень подробные, долгие, длительные описания, такие прям атмосферные, то эта книжечка для вас. Я, честно говоря, не очень люблю, мне больше нравится описание, когда они потом к чему-то приводят. То есть, если оно расписано что-то подробно, то потом это понадобится. Но там много описаний, которые потом совершенно не нужны. Вот. И от них ни сюжет не зависел, ничего. Вот. И интриги, человеческие отношения. Я имею в виду не только любовь, я имею в виду и ненависть, и все-все-все. Вот, и дружбу. И, на мой взгляд, мне показалось мало именно таких событий, которые вызывали бы, знаете, такой вздох восторга или удивления. Вот я люблю, когда книжка шокирует все-таки, или хотя бы периодически шокирует. Ну, или веселая. То есть эта книжка не веселая, она без юмора, она именно такие интриги дворцовые. Император, там все такое. Ну, в общем, книжка хорошая, но для терпеливых, наверное, людей, коим я не являюсь. Вот. А вот это вот началась, сейчас дошла до второй главы, и я понимаю, что это просто отдыхалочка. Просто вот легче некуда. Она читается на ура, она читается очень быстро, очень легко, великолепный юмор. Ничего не могу сказать. Вот, так что, кому интересен такой жанр фэнтези, то берите, не пожалеете. Автор Марина Ефименюк. Светлым магом вход воспрещен. Мне эту книжку советовала LifeLib.
И я решила ее купить, потому что я вспомнила автора. Я когда-то давно ее читала, она великолепна. Итак, что? Теперь поехали. Димка мне купил новую скалку. И слава богу, спасибо ему огромное. Она даже крутится независимо от ручек. Это прикольно. Я просто в прошлый раз, когда делала печеньки, я изощрялась с винной бутылкой. Да, это, конечно, совсем неудобно. Абсолютно. Так что скалка сейчас будет очень кстати. Так, нужно будет сейчас немножечко муки тут набросать. И будем раскатывать. Что-то как-то я рассчитывала, что у меня все уместится в один противень. Не уместилось. Еще чуть-чуть осталось. Ну ладно, окей. Значит, будет целый противень печенюшек. Получилась красота. Маша там волосы сушит. Вкусненькие. Мы уже попробовали. Всем привет. Я сегодня в костюме. В зеленом. Так он мне нравится. Мне кажется, он идет мне. Да. Лучше, чем розовый, мне кажется, был бы. Ну, по крайней мере, для меня. Вот. Так, мы сейчас с Машулькой едем сначала по делам. Нужно заехать в квартиру родителей, забрать там кое-что. Им кое-что нужно на даче. А потом нам еще нужно будет заехать в поликлинику. Да. К врачу. Ага. Вот, заехать к врачу. Короче, у нас сейчас будет куча перемещений до того, как мы поедем на дачу. В итоге мы поедем на дачу к моим. Снова там буквально на пару дней, потому что у нас в пятницу снова гимнастика. В поликлинике, как в саду. Красота. Люблю, когда много растений. Столько фикусов, причем все живые. Очень прикольно. Большая поликлиника. Везу маме радость. В виде орхидей разных-разных накупила здесь сортов. Ну, с ней посоветовалась. Так что здесь одна такая. Одна вот такая. Так, это 2, 3, 4, 5. Простая белая и 6 пятнистые. Короче, везу ей 6 орхидей. Человек увлекается. Увлечение надо поддерживать. Вот. Теперь пусть занимается. Пельмени привезли. Да, пельмени привезли, забирай. Аккуратно. Их, наверное, в тепло надо. Привет, гусик. Привет, гуся. Привет, моя ласточка. Насморк у нас. Насморк? Да. Простудили собакина? Да, сядьте. Я уж испугался. Женя, что с тобой? Женя, что с тобой? Сопли! Гуся, ем гуся. Насморк у Жени, Машуля. Ничего из себя, я от нее не заражусь. Нет, сопли у нее. Жень, у кого сопли? Нет, там там карниз, там гитара. Там карниз, там гитара, там пельмени. И вот это вот карниз, и вот это вот эти шторы, дай мне навесь на руку. Ага, супер. И карниз. Аккуратно. Ага, супер. Евгения, я смотрю, хитрая. Она встала на ступеньках сейчас, когда я машину пошла закрывать. И не выходит. Не выходит. Мокро. И так насморк. Скажи, я чё? И так насморк. Эти кассеты нужны? Аквафор? Вроде те самые, которые нужны. Ну, да, подходит, разберёмся. Ага, отлично. Масик. Я Масик. Ты когда разуешься, срочно пельмешки неси, ладно? Окей. Их в морозилку надо. Я так понимаю, маму мы потеряли уже, да? Она там с орхидеями. Гитару возьми, а то упадет. Слышь, Лёв, а то она какая-то неустойчивая, упадет. Кто? Гитара. А ты-то будешь переодеваться? Заходи ты, я одетый.
Ну, я вроде тоже не раздета. Так. Где мои красивые красные тапочки? Ой. Тапунгили. Да вот не вижу. Ой, вот твои вижу, да, вот они, а свои я что-то не вижу. Может, они на втором остались? Держи, может быть. А, нет, вот мои, да, все есть. Идеально. Все разноцветные. Красные тапочки, зеленый костюм, желтые сапоги. Ты куда? Тебе идеально, туда? Конечно, сумочки. Поставили. Ну, сейчас, подожди, потерпи маленечко. Сейчас. Ну, царь Кощей, над златом чахнешь? Понятно. Чахну. Я в итоге так ни одну и не выложила. Они все, которые мы обсуждали. Какая из них разветвленная? Вон та? Вон та, по-моему. Вот. Да, желтенькая. И вон розовая разветвленная. Да, желтенькая, да, розовенькая разветвленная. А вот это вот кот, да, вот твой? Ну, это не кот. Нет, кот вот на кота похоже. Вот. А вот это какая-то пятнышками была. Да. Ну все, супер. Стрелка называется. Стрелка. А они, у них на всех одно и то же написано. Фаленопсис микс, а здесь написано стрелка. Ну может просто стрелка это рисунок такой, стрелка? Не знаю, даже может быть. Ой, а все потом, пусть стоят. Да пусть стоят, пусть. Все, вот, пусть под светом стоят. Кричи, угощай. Люди! Не кричи, бабушка спит. Да. А мы поняли, что это привезли. Что? Пельмени? Вот, привезли. Мы печенье пекли дома. Мы печенье пекли? Сами пекли? Да. Ну, вы даете. Да, домашние. Ну, вы даете. Мы вчера вечером. И пекут, и гимнастикой занимаются. Ой, не говори, вообще они все успевают. А говорят, устают. Да. И на экзамены ездят в школу. Да. К чаю. Так, а ты чаю. Стол? Чтобы Маша пролезла, да? Да. Печенюшки домашние. Пока меня не было, родители тут съездили в местный Вайлдберриз и забрали для меня леггинсы. Я себе леггинсы заказывала. Леггинсы, по-моему, фирмы Твое или как-то так. Короче, классные. А то я... Во-первых, я отсюда забрала все домашние штаны, и у меня оказалось, что здесь ничего нет для того, чтобы ходить дома. Вот. А... Обычные домашние штаны широкие, что-то я, честно говоря, не особо захотела, потому что меня достало то, что в них присядешь пару раз, и у тебя уже вытянутые коленки. Короче, это некрасиво вообще. Вот, поэтому решила, думаю, дай-ка я возьму леггинсы. По крайней мере, у них, если коленки вытянутся, то вытянутся не сразу, или, по крайней мере, это не будет сразу заметно. Вот такие вот хлопковые леггинсы. Здесь какая-то колючая проволока идет по ноге. Но на самом деле мне все равно было, какой узор будет или что. Вот, лишь бы они вот были как-то прилично выглядели, было в них удобно. Потому что я растяжку теперь, когда делаю, в штанах, которые широкие, они задираются не очень удобно. А в леггинсах отлично. Шикарно. И они хлопок. А, еще классная штука, то, что у них очень широкая резинка у этих леггинсов. То есть она не давит, ничего, она прям такая широкая-широкая. Короче, классные. Вот, если не забуду, оставлю ссылку. Если забуду, пните меня, чтобы я оставила ссылочку. Короче, я большая, блин, молодец. Не успела я одеть костюм, как уже ляпнула на него рыбой. Короче, да. Мама меня тут угостила. Говорит, такая вкусная рыбка. Это копченая мойва была, она такая жирненькая, все. Ну и, господи, долго ли умеючи-то? Я взяла и капнула на новый костюм. Короче, сначала думали постирать только то место, где капнулось, но потом решили намочить все, чтобы не осталось никаких следов. Я лошара. Готова немного рассказать, что у нас происходит сейчас.
Как многие уже знают, мы собираемся переезжать из этой квартиры в другую квартиру. В общем, мы собираемся переезжать в Долгопрудный. В Долгопрудном бывшая квартира Диминых родителей, в которой до недавнего времени жила бабушка. И вот именно туда мы собираемся переезжать. Квартира еще до конца там не готова для переезда, ее пока еще готовит Дима совместно там с родителями, там нужно кое-что менять, конкретно окна, там некоторые двери балконные не закрываются, ну, в общем, там по мелочи они там сами будут делать. И в связи с таким переездом, в связи с такой, с таким изменением жительства, у нас возникает логичный вопрос со школой, потому что ездить из Долгопрудного в нашу школу, в которой сейчас учится Маша, я проверяла несколько дней, это порядка часа на машине по всем пробкам с утра. То есть, если нам не удастся решить вопрос со школой в Долгопе, то, скорее всего, мне придется так ее возить 4 класс весь. Если удастся, то, соответственно, не придется. Сейчас мы пытаемся там найти школу, куда перевести, что, как. Нашли несколько школ, какие-то ближе, какие-то дальше. Честно, я до сих пор не могу понять, какие школы к какому адресу в Долгопрудном относятся. То есть по Москве я такую информацию найти могу и легко ее нашла. А почему-то в Долгопе я не могу найти вот эти вот именно по прописке, да, к какой школе относится дом. Поэтому мы обзваниваем, по сути, все школы в округе. У нас. Если, может быть, вы знаете какой-то сайт, где написано, или, я не знаю, даже раздел администрации сайта или что-то, где может быть указана эта информация, но я ее найти не могу. Соответствие адресов и школ. В одну школу я вообще тогда звонила, и мне сказали, что у нас на сайте все есть. Я захожу на сайт, там нет этой информации. Я звонила в 10-ю школу, в 12-ю, в 14-ю. В физтехлицей не звонила, и мы не собираемся, потому что там, ну, прям жесткое физмат направление. Я не думаю, что это Машина какая-то часть будет. Ну, то есть не для нее, мне кажется, такое направление. Звонили еще в 7-ю. Какие-то еще школы. Короче, я уже не помню, честно говоря, 11, не могу сказать. Ну, в общем, вот назвала те, которые знаю. В большинстве школ нету места. Вот что меня удивило. Неужели как бы в Долгопе такой дефицит школ? В остальном по этому поводу у меня достаточно смутные пока мысли. Я не уверена, что хочу ее переводить вообще. Но я не уверена, что будет удобно возить. Так что мы пока в глубоких раздумьях. Мы уже смотрели платную школу. Не знаю, это пока вот наша головная боль, которая пока никак не решается. В то же время, это начальная школа, и переводить ее в 4-й класс, окончание началки, в другую школу. Как-то не очень, мне кажется, логично. Логичнее было бы окончить началку в этой школе, а потом уже с 5-го класса переводить. Но не знаю, как получится. Как вот шанс подвернется, самый такой, самый лучший, да? Не хотелось бы, потому что ухудшать условия. Говорю, как есть. Там, конечно, там квартира побольше, попросторнее. Но я себе пока слабо представляю, как жить мы будем в Долгопрудном. Я там особо ничего не знаю, я имею в виду там инфраструктура, да, по инфраструктуре все это. Плюс у нас сейчас великолепный педиатр в детской поликлинике здесь, а там я без понятия, что там, к кому мы относимся, к какой поликлинике, какова она, как, какой там педиатр и так далее. То есть я пока ничего не знаю, конечно, меня все это дело очень пугает. Но я думаю, что глаза боятся, руки делают, все дело наживное. В общем-то, посмотрим. Из всего, мне кажется, есть выход. Наверное. Ну, поглядим. Одно знаю точно, что в итоге мы хотим вернуться обратно в наш район. Причем и Димка тоже говорит, что ему очень нравится район, в котором мы сейчас живем.
И в итоге хотелось бы вернуться, но только не в ту квартиру, где мы сейчас живем, да, а в квартиру побольше. Как это все будет? Не представляю, если честно. Посмотрим, увидим.